Начнется праздник с оставшего уже традиционным детского велопарада. В 10 утра самые маленькие жители нашего города соберутся на площади Ленина, чтобы дружно и весело проехать на самокатах, беговелах и велосипедах. Все участники получат призы. В 12 часов стартует взрослый велозаезд. Помимо этого, малышей и их родителей ждет культурная программа. Покажем нашим маленьким участникам выступление клоун-мим-театра «Мир лиц», шоу «Мыльных пузырей», и с ними будут также общаться сказочные герои. Затем праздник переместится на стадион ИКАР, где в 15 часов начнутся соревнования «Атомный воркаут» и показательные выступления по силовому экстриму и русскому жиму. А уже в 16 часов горожан ждут в парке имени Зернова, где пройдет модный марафон во времени и пространстве. Мы покажем коллекции российских дизайнеров. Будем участвовать в карнавальном проекте Ирины Гончаровой. Это дизайнер, который сама приедет к нам в город и будет работать с нашими зрителями. Также в парке организуют выступления вокалистов из школ искусств, игры, мастер-классы, творческие площадки, экскурсию-презентацию уличного вернисажа и дресс-кроссинг. То есть, когда все могут обмениваться без денег какими-то товарами. Вот мы в этой истории предлагаем прийти к нам для того, чтобы поучаствовать во фримаркете. И мы предлагаем прийти с одеждой детской, с игрушками, книгами, когда молодые мамочки смогут просто у нас же там обменяться. Завершится праздник в театральном сквере, где пройдет модный показ, шоу от клоун-мим-театра, театра кукол-кузнечик и фаер-шоу от театра «Огня Дракарис». Екатерина Опенова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24».